В Черкесске впервые состоялся военно-спортивный турнир в памяти о героях, погибших во время проведения специальной военной операции. В турнире участвовали команда студентов из колледжей республики. Смотрите подробности. Торжественное открытие турнира состоялось в актовом зале медицинского колледжа. Гостями мероприятия стали представители военного комиссариата, администрации учебных учреждений, студенты. Соревнования проходили в память о тех, кто погиб, защищая свою страну. Молодежь должна видеть, знать и чтить наших героев, отметил и сам Амчуев. Сегодня вот будет проводиться мероприятие среди колледжей республики, будет соревноваться на призы и на кубки. В числе приглашенных были участники специальной военной операции. Салтан Истуганов – военно-медицинский работник. Находясь там, он спасал жизни раненым. Салтан Истуганов вывозил бойцов в безопасную зону, оказывая медицинскую помощь, доставлял необходимые медикаменты. Хотел, чтобы все были живы и здоровы, поделился он. Очень приятно смотреть, как нас поддерживает наша республика, поддерживают наши боевые товарищи, которые приезжают. Также очень приятно сказать спасибо тем людям, которые отправляют нам письма. Все, что вы отправляете нам, это медикаменты, продукты, все доставляется. Мы распределяем, и нам очень приятно. Огромное спасибо вам. Одной из форм патриотического воспитания молодежи является проведение военно-спортивных соревнований. У каждой команды была единая форма, эмблема с названием. Ребята соревновались в правильности выполнения упражнений, в четкости строевой подготовки, проверили свои знания в тематической викторине. Готовились мы недолго, но тщательно. Выучили песню, научились ходить, как в армии, признается Дмитрий Трошин. Цель нашего, получается, участия – не цель победить, а цель, чтобы каждый человек знал то, что все народы едины. Своими впечатлениями о проведении мероприятия поделился один из членов судейского состава турнира, ветеран боевых действий в Афганистане Рамазан Бадахов. Я считаю, очень на высшем уровне. Все нормально, подготовленные. На пять не знаю, но твердая четверка точно. Команды, занявшие призовые места, наградили кубками и ценными призами. Спортивно-военный турнир в память о героях, погибших в зоне проведения специальной военной операции, станет традиционным. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.